Итак, снова пересвет. О, пересвет, простите, Сваткова. Снова прекрасная даль. Обратите внимание, какие вот тут я была. Как правило, я в отпуск езжу в Пересвет к Зубному. И какие тут были по жизни дожди гнусные. Все время были дожди. Все были дожди, дожди, помните, я вам снимала эту дождевую даль, грозовую даль. А вот все, начался август сегодня, 20 августа. В общем, смотрите, какая роса на траве, на паутинке. Вот такие капли росы блестят еще. Еще самая такая рань, прям срань. Такая паутина в каплях росы. Вот. Такие всякие росистые листочки. Цикады стрекочут. Вот она, говоря. Прекрасная даль. Мне сегодня пришлось встать самого сранья. Тут надпись, короче говоря, человеку нужно.